Всем привет, меня зовут Снежана Румянцева. Сегодня я поделюсь с вами событиями этой недели. Девятнадцатого апреля приглашаем предпринимателей и самозанятых на семинар по участию в госзакупках. На мероприятии обсудим новые изменения в законодательстве, финансовую поддержку и работу с крупнейшими корпорациями. 20 апреля пройдет семинар для самозанятых в Екшурбоди. Участникам расскажут о налоговых ставках, взаимоотношениях с юридическими лицами и о мерах поддержки самозанятых в Удмуртии. Также 20 апреля в Воткинске состоится семинар «Три шага к успешному ресторанному бизнесу». На семинаре расскажем про маркетинг, HR, системное обучение в сфере общественного питания. Продолжаем прием заявок на акселератор «Экспортный форсаж». Программа предназначена для компаний нефтегазовой отрасли, которые хотят переориентировать географию экспорта, объемы товарооборота или выйти на зарубежный рынок с новым продуктом. Напоминаем, что получить статус социального предпринимателя в Удмуртии можно до 1 мая. Подать документы можно в бумажном и электронном виде в Корпорацию развития Удмуртии. Всю информацию читайте на нашем сайте и в социальных сетях. Также напоминаю, что у нас работает горячая линия по телефону 22 400. Всем отличной недели!